Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте, Светлана Викторовна! Добрый вечер! Сегодня речь пойдет о новом в пенсионном законодательстве. Изменений не так много, но они касаются, в общем-то, многих из тех, о ком пойдет речь. Итак, Светлана Викторовна, вот какие все-таки изменения конкретно, да, в пенсионном законодательстве вот на сегодня ожидают получатели пенсии в этом году, так скажем? В связи с изменениями пенсионного законодательства с 2016 года основная у нас новость – это работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию без учета текущей индексации. То есть такое впервые. Всегда, да, индексация касалась всех абсолютно категорий пенсионеров, да, и работающих, и неработающих, сейчас ограничили. Работающие пенсионеры – это пенсионеры, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года являлись неработающими. Почему такая дата обозначена? Потому что все сведения об осуществлении трудовой деятельности в пенсионном фонде будут поступать через отчетность страхователей. Последнюю отчетность, которую мы располагаем, пенсионный фонд, была сдана 30 сентября 2015 года. Поэтому, учитывая эту дату, мы проводим индексацию. То есть сведения смотрим, если на 30 сентября 2015 года гражданин значился работающим, да, то есть факт работы есть, перерасчет с февраля месяца ему уже не положен. А если он уволился, предположим, написал заявление и ушел, ну, предположим, в ноябре, в декабре перед Новым годом? В отношении вот этой категории граждан, если граждане уволились октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года, первый квартал 2016, то есть январь, февраль и март 2016 года, будут считаться. Они имеют право к нам прийти, написать заявление с трудовой книжечкой, чтобы мы в заявительном порядке рассмотрели их размер пенсии и со следующего месяца после подачи заявления уже произвели перерасчет с учетом индексации 4%. То есть вот это мера временная. Почему именно обозначены четвертый квартал и первый квартал? Только эти месяцы. Так как с апреля месяца у работодателей вводится ежемесячная отчетность. То есть до 15 мая первые работодатели сдадут нам сведения о том, какие граждане у них работают, то есть приняты на работу, а какие уволились. Поэтому с июня месяца такая необходимость приходить и писать к нам заявление уже отпадает, потому что всеми сведениями пенсионный фонд уже будет располагать. А вот те граждане, которые уволились вот в эти два квартала, то есть по 31 марта, они имеют право самостоятельно прийти и написать заявление вплоть до 31 мая. То есть, вот такой то есть для вот тех, кто уволился, вот мы будем считать, да, это полгода получается, три месяца прошлого года, да, и три месяца нынешнего года, для пенсионеров, уволившихся в этот период, значит, индексация носит заявительный характер. То есть заявят они, значит, им будет перерасчет. Вот сейчас вот мы планируем, мы уже подготовили индексацию, но тем не менее принимаем активно заявления. Уже принято более 160 заявлений от наших граждан, уволившихся до этого периода, в том числе и в январе, чтобы с февраля размер пенсии они получали уже с учетом индексации. Если, например, в феврале индексацию мы проведем, но человек уволится в февраль, например, март, то в эти месяцы он имеет право также прийти с трудовой книжкой, с заявлением, написать заявление, мы произведем перерасчет уже со следующего месяца. Угу. Ну вот если пенсионер прекратит работу, вот что ему необходимо сделать? Вот алгоритм сразу пропишем так. Значит, прекращает работу пенсионер, значит, берет трудовую книжку своего работодателя с увольнением, с записью об увольнении, приходит в пенсионный фонд к нам. То есть можно подать заявление либо лично, либо через представителя, то есть по доверенности, либо направить заявление с копией трудовой книжки по почте. Но в данной ситуации... Через интернет?
Пока такой возможности нет. Да. То есть по почте, если отправляет заявитель, то есть трудовая книжка обязательно должна быть удостоверена в нотариальном порядке. А так основная масса граждан обращается к нам лично в клиентскую службу. То есть человек приходит, мы оформляем заявление, то есть специалист клиентской службы оформляет документы и уже пускает в отдел. Ну вот давайте конкретно сделаем такой вот пример, приведем. Предположим, человек прекратит работу, прекращает работу, ну вот возьмем с вами, да, вот, условно, 16 февраля 2016 года. Значит, он приходит к нам в клиентскую службу, приносит с собой паспорт, страховое свидетельство, зеленая пластиковая карточка, оригинал трудовой книжки, подает заявление. С марта месяца он получает размер пенсии с учетом 4% индексации уже. Ну, с марта, как мы и говорили. Да, то есть со следующего месяца. Угу. Вот еще прежде чем... Да, вот такой вопрос. На сколько все-таки процентов вот, будет индексация страховых пенсий для неработающих, естественно? Для остальной категории неработающих граждан с февраля месяца пенсия будет проиндексирована на 4%. На 4, то есть это вот... Да. Плюс еще хотелось бы отметить, в апреле 2016 года предусмотрена индексация для государственных и социальных пенсий, тоже 4%. Значит, социальные и государственные пенсии – это у нас кто? Граждане, которые, допустим, не имеют стажа, зарплаты, получают пенсию. Дети-инвалиды, получатели пенсии по случаю потери кормильца, чернобыльцы, военнослужащие, служившие по призыву. То есть вот эта категория попадает у нас на апрель. И причем это 4... вот именно социальные пенсии. Да. То есть у нас часто путают, да, что такое пенсия, она есть пенсия, но есть пенсии трудовые, есть пенсии социальные. То есть вы сейчас назвали категорию социальных пенсий. Да, совершенно верно. Да. И вот индексация 4% государственных пенсий будет вне зависимости от того, человек работает или не работает. То есть государственные пенсии индексируются абсолютно всем. Всем. Да, гражданам. Ну вот еще такой вопрос. Будет ли произведен перерасчет пенсии вот в августе 2016 года? То есть мы уже нас приучили к тому, что в августе каждого года происходит перерасчет для работающих пенсионеров в этом году. Причем незаявительный характер она уже стала носить, эта услуга, да? Как вот сейчас? В этом году точно так же. То есть мы будем производить беззаявительный перерасчет для работающих пенсионеров с учетом проработанного 2015 года. Но в этом году небольшой нюанс внесен в законе. Значит, если раньше у нас перерасчет производился, то есть не было ограничений, да, по сумме страховых взносов, сколько работодатель, и дополнительная прибавка к пенсии, как говорится, у всех была различная абсолютно. То есть у кого-то достаточно высокий заработок, бывало и 700 рублей, 800 и 1200, у кого-то, допустим, всего лишь 30 рублей. Да? В данном законе сейчас, в этом году, будет ограничение по этому перерасчету. Так как мы рассчитываем пенсии с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов баллов, по перерасчету ограничение будет введено 3 балла. То есть это высший, да, балл? Да, то есть 3 балла, переведенные в денежный эквивалент. Вот с февраля месяца уже стоимость балла утверждена, то есть она составляет 74 рубля 27 копеек. И если мы 3 балла посчитаем, то есть у нас получается максимально работающий пенсионер может получить в этом году 222 рубля, то есть ограничение у нас введено. Перерасчет будет произведен всем абсолютно с учетом проработанного 2015 года. Ну, пенсионеры несколько потеряют, конечно, но деваться некуда, раз так прописано в законе. Ну, и хотелось бы еще спросить, раз мы с вами встретились, какие-то еще изменения, вот мы говорили с вами о ближайших, что наступают буквально вот в эти дни, а какие еще изменения в перспективе ждут наших пенсионеров или тех, кто собирается на пенсию? С 1 февраля у нас будет также проиндексировано на 7% ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников. То есть это категории инвалиды, вдовы, участники войны. То есть все, кто федеральную льготу получает, пользуются набором социальных услуг. То есть индексируется на 7% ежемесячная денежная выплата, в том числе и набор социальных услуг дополнительно. Хочу отметить, эту работу мы уже провели, но и продолжаем проводить. С 1 января у нас увеличена величина прожиточного минимума в связи с установление федеральной социальной доплаты. То есть эта величина установлена в размере 8803 рубля.
Значит, она устанавливается неработающим пенсионерам, общий доход которых не достигает этой суммы. То есть, ну, хочу отметить дополнительно, что сюда у нас входит доход не только пенсии пенсионного фонда, но и другие выплаты, например, меры социальной поддержки по линии управления социальной политики. То есть вот эти все суммы суммируются. Те граждане, которые до этой даты получали у нас уже федеральную социальную доплату, мы им произвели выплаты автоматически. То есть они все увидели, что 8803 они получают в январе месяце. Но есть категория граждан, в связи с тем, что увеличение раньше была федеральная социальная доплата 7161, сейчас стало 8803, да, то есть значительно, то у нас появилась новая категория граждан, которые не работают в связи с увеличением этой суммы. И мы сейчас ведем прием заявлений от таких граждан, которые не работают, и размер пенсии, дохода меньше этой суммы. То есть точно так же они к нам обращаются. То есть государство доплачивает вот эту разницу? Да, гражданин обращается, мы проверяем общую сумму дохода. Если она не достигает, то он получает федеральную социальную доплату. А насколько будет проиндексирована, извините, я перебью, проиндексирована пенсия, вот вы говорили, то есть проиндексирована доплата федеральным льготникам, какой-то там процент? А на общую сумму 7% ложится. То есть на общую сумму 7%? Да, то есть что было до того, умножается на 7% и получается к выплате. То есть у нас увидят, помимо неработающих граждан, 4% индексации, да, увидят еще увеличение и федеральные льготники в этой ситуации. Но опять же те, кто не работает. То есть они ежемесячная денежная выплата не зависит. Не зависит от того, работает человек, 7% подрабатывает где-то, или он сидит дома. Если он федеральный льготник, допустим, инвалидность имеется у него, он получает ежемесячную денежную выплату, независимо от того, работает, не работает, у него будет 7% индексация именно на эту выплату. То есть вот это основные изменения, которые нас ожидают. Мы, пенсионный фонд, еще занимается одним направлением достаточно широким, это материнский семейный капитал. Хотелось бы напомнить, что программа продлена, то есть ранее в законе у нас было ограничение срока выдачи сертификатов по 31 декабря 2016 года, значит, программа продлена до 31 декабря 2018 года. Также хочу напомнить уже обладателями этих сертификатов, что мы продолжаем прием заявлений на единовременную выплату из средств материнского семейного капитала, которая составляет 20 тысяч рублей. Кто желает, то есть у нас приходит, пишет заявление. Хотела бы обратить внимание, что это мера временная. До 31 марта такие заявления мы принимаем. Надо успевать обращаться. Поэтому кто не успел еще подать заявление, кто желает, поэтому просим, приходите. Заявление принято. То есть это касается той категории, у которой материнский капитал или не израсходован пока, или израсходован не полностью. Да, то есть вот эти бывает, деньги. Что, например, остатки какие-то есть у человека, сумма оставшаяся менее 20 тысяч, также можно единовременно ее получить. Так, а материнский капитал пока остается в сумме? Да, сумма в этом году 453 тысячи, то есть она не изменилась по сравнению с 2015 году. Будем ждать следующего года, что у нас. Ну, спасибо. Я думаю, Светлана Викторовна ответила на все вопросы, нарисовала достаточно так полную картину. Уважаемые телезрители, если у вас остались какие-то вопросы к работникам пенсионного фонда, какие-то, может быть, предложения, пожалуйста, звоните и приходите лично, да, там всегда вас выслушают, ответят и найдут ответы на все ваши вопросы. Всего доброго, до новых встреч!